Спільними зусиллями дирекція «Укрпошти» та єврейська община погасили особливу марку – марку до Дня сиріт. На ній надрукований інтернат для дівчат, який зараз будується за підтримки общини. Укрпочта со своей стороны откликнулась и распечатала, выпустила эту марку. Марка – это платежный инструмент. Все права на эту марку и все условия распространения принадлежат общине. То есть община выпускает марку, мы ее печатаем, а совместно сейчас проводим мероприятие по запуску ее в оборот. После того, как мы сегодня ее погасили, она является платежным инструментом на всех конвертах. В чем художественная ценность этой марки? В том, что конверты выпущены вот специальным таким вот образом, где есть промежуток, это белое место. Вот это как раз на это белое место будет наклеена, вырезана марка, и она составляет экспозицию, которая, собственно говоря, в окончательном виде выглядит таким вот образом. Представник єврейської громади наголосив, допомога дітям – це його головна мета. А гасіння марки – один із кроків до її реалізації. Адже будинок, що надрукований на марці – це майбутній інтернат для дівчаток, який вже в процесі активного будівництва. Наша задача – допомогти дітей. Я кожну ніч йду спати і думаю, як зробити так, що завтра ще один дитина улибався чуть краще, ніж він улибався вчора. И в это, с этого задачи мы идем спать, с этой задачи мы стоим утро, и мы хотим сделать так, что все дети, живущие в Украине, могли лучше улыбаться, чем они улыбаются тогда, когда они идут спать ночь до этого. На заході також були присутні і дітки-сироти. Директор навчального закладу впевнена, для них це не просто цікавий захід. Це ще й урок, що треба вміти казати дякую. Тим паче, що листи деяких учениць були надруковані на марці. Вот на этой марке, особенно вот на той художественной марке, там, где было несколько фотографий, там есть и их фотографии, что для них особо ценно. Мы усматриваем еще в этом такой очень большой воспитательный момент. Мы вот и такими мероприятиями в том числе учим их, что нужно говорить спасибо.